Коста сорта Dutch Flame, Dutch Flame, считается интересным и привлекательным растением. Размер куста составляет 50 на 60 сантиметров. Листья удлиненные зеленого цвета с бело-кремовой каймой. Цветки хосто-лавандовые. Растение будет одинаково хорошо смотреться в одиночных посадках и при объединении с хостами других сортов более темных оттенков. Размещать Dutch Flame рекомендуется в полутени в любое удобное время с марта до ноября. Когда пересадка производится летом, то рассада сбрасывает листья, которые впоследствии отрастают, а вот при пересадке из контейнера листья сохраняются. Этот сорт любит влагу и ему нужен обильный полив при пересадке в жаркое лето. Он хорошо переносит зиму и не потребует создания специального укрытия. Хосты гибридные Dutch Flame – это травянистые высотой от 40 до 60 см. Цветет растение в месяц июль-август. Весной листва по цвету зеленые с желтой каймой. Летом листва зеленые с желтой каймой, осенью листва зеленые с желтой каймой. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.